Вы смотрите ЭНСК-49, и с вами вновь команда ФИТ и я, Юлия Борзина. Все вы знаете такую поговорку: под лежачий камень вода не течет. Это говорит о том, что если не предпринимать никаких действий, не будет и результатов. Уделите всего 5 минут утреннего времени для себя любимых, и ваш день начнется по-особенному. А зарядку сегодня для вас проведет фитнес-тренер Анна Лапина. Встречаем! Ну что, мы начинаем? Давайте потянемся. Сегодня у нас будет активная разминка. И еще раз. Хороший вдох. Выдох. Попрощайте плечами. И поинтенсивнее руками поработайте. Уведем руки в стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. 4. Еще 3. 2. 1. И руки на бедра. Спиной поработаем. Поясницу округляем, прогибаем. Еще 4 раза. 4. 3. 2. 1. Встаем и поскручиваемся. Потянемся за рукой вперед. В диагональ. В сторону. Добавьте бедро. 4, 3, 2 и сделайте круг рукой. 2 руки. Приставной шаг. Захлёст. Добавьте руки, стягивайте лопатки. А теперь руки вверх. Только приставной. Перейдем на прыжок. Два прыжка будет. 2, 1, 2, 1. И по одному. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опять будет 2, 2, 1, 2, 1. По одному. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, поставьте ноги широко. И понаклоняемся. В другую сторону. Хорошо, руки по центру. Отшагнем назад. Шагаем по одной ноге вперед и назад, еще вперед, назад. Давайте усложним, добавим прыжок, вперед, назад. Если вам тяжело, вы будете шагать. Если можете, прыгайте. Хорошо, только правую ногу выведите вперед, поднимайте руку вверх, опускайте вниз. И чуть быстрее, оп, и вниз. Два раза. Хорошо. Уберем назад. Другая нога. Медленно. Раскрываемся. Закрываемся. И подряд. 3, 2, 1. Хорошо. Поставьте. И теперь мы перейдем в боковую планку. Станем боком. Давайте на колено опустимся. Вытянем носочек. Поднимаем ногу вверх. Отведение. Еще 4. 3, 2. Поднимите ногу. Хорошо, опустите. Поднимаемся. То же самое вы сделаете на другую ногу самостоятельно. Сделайте вдох. Выдох. И на этом все. Спасибо, что были с нами. И тебе, Анечка, спасибо огромное за тренировку. Всего вам доброго. Пока-пока.